Всем привет. Давайте сегодня пройдем Мистер Ми 2. Побег через туннель давайте. Потому что самый легкий побег. Так, давайте поставим на легко. Враги не очень опасны. У вас есть 3 попытки. Так. Субтитры, пропустить вступление. Играть. Найдите туннель, чтобы избежать из тюрьмы. Вы в порядке? Невероятно, вы провозились с свиней. Да, сейчас будем убегать через тоннель. Это самый легкий способ сбежать. Я узнал это. Только как это сделать, я не знаю. Ну, во-первых, нам надо, понятное дело, добыть пропуск у свиньи, так что я это забрюлю, потому что если это увидит YouTube, он, конечно, заблокирует. Потому что у меня YouTube все сам может сделать, он может меня заблокировать, даже за то, что я просто оглушил свинку в игре. Он меня может заблокировать, вот реально. Такое часто бывает, меня даже один раз так блокировали. За то, что я снял концовку Грани 3, типа там, нарушение правил, принцип сообществ. Типа там жестоко нас дед стреляет из дробовика. Ему пофиг, что это все снимали. Именно меня надо блокировать. Именно видео. Прям ужас какой-то я. Так, привет. Так что всякие такие моменты буду скрывать. Так, игра похожа на Ice Cream. Именно 4-ю часть. Прям похожие локации. Так, заперто. Сейчас не лучшее время для этого. За вами гонится враг. Да в смысле враг? Его нету тут. Его тут нету. Где вы? А, понятно. Ну, Мистер Ми, хотя дробовик есть, так что он может стрелять издалека. Так, это у нас комната казни. Смотрите. Я Мистер Мид. Такой меня перевязали ремнями к стулу. И подается электричество. Но я не сдаюсь. Я открываю. Отрываю ремешки и начинаю ржать, как кони. И смотря на то, как все превращаются в свиней. Конечно, очень жесткая игра. 16+, это понятное дело. Там такая концовка жесткая, я посмотрел в Ютубе. Здесь нет ничего интересного для этого маршрута побега. В смысле? Все такие быстрые. Почему такие быстрые? Алло. Это легкий режим. Так, хотя бы меня не убили. Так, не курить. Понятно. Пейбой. Так, можно смыть, но я не вижу смысла. Мы так пошумим. Комиксы. Так, это Иисус? Да, это Иисус. Письмо заключенного. Привет, брат или сестра, по несчастью. Как сказано в Библии, и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом. Таким образом я поступаю тебе во благо и искупляю свои грехи. Загляни в мой ящик на складе личных вещей, заключенных, и лети на волю, птичка. Твой друг Джон. Так, видимо, заключенный православный. Библии читает, прикиньте. Молодец. Нет! Все. Но у меня еще 2 попытки, так что мне вообще пофиг. Так, как оттуда выбраться, я не понимаю. Шкаф. Да в смысле, а если мы будем от Мита убегать, так же будет. Так что это? Пятый водитель в тюрьме. Зачем? Растворитель. Мы что, будем стирать белье? Нужно каким-то образом открыть эту дверь. Так, у меня в прошлый раз вот эта штука отодвигалась. Нужно каким-то образом открыть эту дверь. Но как? Тут даже вентиляция не открывается. А что делать тогда, я не понимаю.
растворитель. Дверная ручка. Хорошо, что тут подсказки написаны, видите, в правом верхнем углу. Да ладно, дверной замок заржавел, теперь дверь открыта. Пипец. Какие нелогичные головоломки. Так, грузовик. За грузовиком кабан. Из первой части. Свинья номер 13. Так, мистер Мид. Там закрыто. Там тоже, хотя... Да, подождите. О, смотрите. Ящик с личными вещами. Внутри нет ничего интересного. Да, это из айскрима взято. Внутри нет ничего интересного. В смысле, это значит тут. Внутри коробки вы нашли ключ от сарая. Ключ от сарая? Заключенный 157.91. Крайне опасный человек. Он приговорен к наказанию в виде лишения свободы на неопределенный срок в зоне строгого режима в ожидании вынесения смертного приговора за преступление. Так, почему такие субтитры короткие? Я даже не успеваю их прочитать до конца. Ну, короче, мистер Мид, он злодей явный. Этого кабана невозможно контролировать, не говоря уже о том, что бы подвести его к заключенному 157.91. Он очень агрессивный и быстро выходит из себя. Нам удалось запереть его. Да в смысле? Почему так медленно? Ну, короче, видите, он... Ничего себе! Киберхакер, я это сниму. Типа, мистер Мид превратил свою 13-ю жертву в кабана, в свинью из первой части. Он типа ненавидит теперь мистер Мита, потому что он ему жизнь испоганил, по сути. Похоже на фильм «Бивень». Так, ключ от сарая. Где сарай? Ашет. Да, Ашет, а почему бы и нет? Да, смотрите. Вау. Да, Ашет, такая... Помните, в Грэнни был Шет Кей? А, помните скриншоты из Keep Larence News? Коробка. Коробка, да это чемодан. Какая коробка? У тебя, в принципе, коробка. Коробка, это тоже коробка, наверное. А, мусорка, ничего себе. Лавка. Коробка опять. Дверь. Сбежать. Что? Сбежать так быстро? Я так быстро игру прошел. Нет, я хочу погулять еще, посмотреть, какие тут прикольные вещи есть. Чтобы видео еще было подлиннее. Так, разбитое стекло. А, это где мы были, где мы выбирались. Так, унитаз. Да, локация огромная, прям похожа на Скрим 5, где задний двор фабрики. Пиксельное небо, прям вообще нереалистичное. Грузовик. Кстати, за грузовиком дверь, за дверью кабан. Свин 13. Давайте уже сбежим, почему бы и нет. Так, мы сбегаем. Этот туннель, помните, из первой части, там, где был холодильник у мистера Мита? Так, и мы сбежали. Помощь бы мне не помешала бы, согласен. Так, и мистер Мид собирается, смотрите. Так, мы прошли с вами игру. Оставайтесь с нами, следите за продолжением истории. То есть будет мистер Мид 3
и мистерами 4, и мистерами 5. Капец, вы играли в мистерами 1? Узнайте, как все начиналось, так, ну, мы его с вами проходили много раз. Мы с вами прошли мистерами 2 через туннель. В следующем видео мы с вами будем проходить через главную дверь и будем изучать тюрьму в поисках секретов. А всем спасибо за просмотр и всем пока!